Помимо членов общественного совета, на заседании присутствовали руководители территориальных отделов полиции. Именно об усилении их взаимодействия с советом и шла в первую очередь речь. А началось совещание с краткого отчета руководства межмуниципального управления о проделанной в первые месяцы 2012 года работе. 5 месяцев подряд наше УВД Московской области занимает 1 место по показателям служебной боевой подготовки и деятельности нашей. Раскрываемость очень на высоком уровне. Особенно тяжких преступлений, связанных там с разбоями, убийствами и тому подобное. Ну и неплохо идет работа по профилактике преступлений, происшествий. Тоже показатели высокие, тоже отчитываемся, тоже это контролируется. Поэтому наше УВД, можно так сказать, что выглядит достойно. Московской области. Есть что показать, есть рассказать. С момента начала работы совета прошло еще не так много времени. Процесс взаимного узнавания и притирки еще не окончен. В управлении считают, что важным шагом совместной деятельности должно стать закрепление членов совета за конкретными территориальными подразделениями. Это поднимет взаимодействие на значительно более высокий уровень. У нас вот был первый городской отдел, приходило постоянно наши бывшие сотрудники, которые хотели бы создать на территории добровольно-народную дружину. Сергей Иванович был на приеме, осуществлял прием, пришли к нему, обсудили. Сергей Иванович является депутатом, вынесли этот вопрос. Я понимаю, сейчас практически уже вопрос решенный. В городе Одинцово совместно вот реальный, в принципе, вклад, реальная помощь, совместное взаимодействие. Постановление главы города есть, помещение выделено, финансирование, я понимаю, тоже уже в бюджет, там, я не знаю, только со второго полугодия, но заложено, по крайней мере, вчера мне так это все рассказывали. И народная дружина в Одинцово создана. Есть сейчас в Лесном городке, есть в Звенигороде. Остальные территориальные подразделения, берите пример, пожалуйста. Вот у вас есть возможность, выходите на своих кураторов совместно с нами. Давайте этот вопрос решим. Опять-таки выйдем на где-то, может быть, на районный уровень, где-то, может быть, на уровне ваших местных сельских поселений. Рассмотрим этот вопрос. В ближайшей перспективе совместные отчеты членов совета и начальников территориальных отделов перед населением, а также совместные с начальником управления Михаилом Воробьевым прием граждан. Петр Горохов, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцово».